даже штрих. Завершение семинара «Свобода от религиозного оккультизма». Слава Богу. Слава Богу. А как включить микрофон? Раз. О, включен. Все, слава Богу. Дорогие друзья, братья и сестры, завершение семинара «Свобода от религиозного оккультизма». Тема, конечно, огромная, и ее вот так вот раскрыть трудно за несколько вечеров, но Господь, я верю, поможет нам. Видеть эту тему. И самая, наверное, главная задача учителя в любом предмете, любой теме, не просто что-то рассказать, что-то показать, а направить людей, заставить нам думать своей головой, работать с материалами. Это, наверное, самое лучшее. Но на практике самые лучшие учителя, даже вне, если брать церкви, вне религии даже, это те, кто не просто вложили какие-то данные, какую-то информацию в учеников, а те, кто научили думать, научили работать, научили искать истину, научили творчески подходить ко всему. Это самое лучшее. И в христианстве, если Бог призывает к учительству, я думаю, что задача учителя не просто сказать что-то, рассказать, а именно направить. И Господь да поможет нам идти верным путем, друзья. И вот вопросы, есть такие очень такие сложные вопросы на самом деле. Вот хочу прочесть, наверное, такой самый сложный вопрос. Как объяснить? Женщина молилась иконе Божьей Матери и получила исцеление от саркомы. Исцеление подтверждено врачами. Она здорова примерно 40 лет. Как направлять таких людей молиться живому Богу? Я знаю много таких примеров, достаточно много таких примеров, и люди некоторые мне это рассказывали, и я сам переживал некоторые чудеса в своей жизни, но не такие сильные исцеления, но некоторые чудеса я переживал, обращаясь к святым. Я не все рассказывал, конечно, вот в этот раз в свидетельстве. Я рассказывал, что в Библии Божье Слово мне помогло разобраться. Но самое сложное было не просто вероучительно переосмыслить все, а отказаться от своего личностного какого-то опыта. Есть такой перевод даже, вот «Не веди в искушение, избавь от лукавого». «И да не доверимся мы опыту, и тем самым сохранимся от зла». Вот есть такой вариант перевода. Значит, «Не доверимся мы опыту своему личному опыту, и тем самым сохранимся от зла». Доверимся опыту откровений Писания, откровений Бога. Обычно таким людям я говорю, которые пережили сильное исцеление, и они говорят о традиции, говорят, что вот мы ходили к иконе Божьей Матери, получили исцеление. Я обычно таким людям говорю так: воздайте, говорю, славу Богу. Воздайте славу Богу, потому что от Него, от Отца Светов, нет иконы, нет чего-то еще, нет кого-то еще. А от Отца Света всякое даяние благое и дар совершенно свыше сходит. Когда 10 прокаженных исцелилось, только лишь один, обратите ваше внимание, вернулся к Иисусу поблагодарить Его. Некоторые, может быть, посчитали, что прогулка по свежему воздуху помогла им. Некоторые, может быть, посчитали, что они пришли к священникам, и это их исцелило. Священники помолились за них, безусловно. Священники должны были помолиться по закону, раз пришли к ним эти люди. Кто-то, может, еще к чему-то приписал. Некоторые, может, подумали, а при чем здесь Иисус? Это наша вера, она спасла нас. Только лишь один из них, он вернулся. Это не были атеисты, это были люди, были религиозны достаточно в то время. И та женщина, что исцелилась от саркомы, слава Богу за это. Слава Богу, на самом деле. Я знаю здесь только лишь из записки, только лишь часть правды. Я не знаю всей правды. И та женщина, я подозреваю, может, она не знает всей правды. Может, за нее молились люди, которые знают живого Бога, о которых она ничего не знает. Может быть, за нее молились, и она, может быть, перед иконой даже этой, но она взывала к Богу. Она сама этого не заметила, что она искала Бога. В Петербурге еще до революции был такой случай, еще в 19 веке, точнее даже, был такой случай. Одна женщина, бедная вдова, у нее было много детей, она осталась одна, ее муж погиб.
он был солдатом, и где-то там в военной компании какой-то он погиб. И она осталась одна, деньги закончились у них, и, в общем-то, судьба такая была, она и у нее дочери были, да, несколько дочерей было. И эта женщина принесла грошики свои, ну, грошики это раньше были полкопейки, четверть копейки, на них можно было купить самое там необходимое для, ну, хлеб, допустим, там, соль, там, значит, и эти медные, одна вторая копейки, одна четвертая копейки, одна восьмая копейки, она эти грошики принесла в храм. Это самый минимум жертвы, но это было все, что у них осталось вообще в тот момент. И она принесла в храм, и этот храм на стекольном заводе в Петербурге, он был посвящен иконе Божьей Матери всех скорбящих радости. Это была главная икона этого храма, и храм был посвящен как раз этой иконе. И она, раз это храмовая икона, она встала на колени возле этой иконы, она молилась, положила грошики возле иконы и молилась. Молилась самая последняя в храме уже, ее попросили уже уйти уже, храм закрывался. Вот она уже ушла поздно вечером домой. И она оставила там все эти деньги, все, которые у нее оставались. Больше у них денег не было, работы не было. Это были бедные трущобы, квартал бедный, рабочий квартал. Спасибо. И в эту ночь, представьте, это слишком много для совпадения. В эту ночь была гроза. Молния пробила, окна разбила, влетела прямо туда, в храм, и ударила в то место, где стояла та женщина. Представьте себе, грошики вылетели и влепились в эту икону. Значит, есть даже такая икона, она называется «Всех скорбящих радости», икона Божьей Матери с грошиками, называется с тех пор она. Эти грошики, они буквально впились в эту икону и влипли в эту икону. От силы вот этого удара молнии. И представьте себе, на следующий день, тоже слишком много для совпадения, офицер-инвалид нашел эту женщину и сказал ей, что, ну, долго, кажется, долгое время искал эту женщину, чтобы отблагодарить ее за подвиг ее мужа. Оказывается, она не знала ничего, знала, что как муж погиб, солдатом был. Оказывается, ее муж, он спас жизнь этому офицеру. Вынес его из-под огня, но сам смертельно был ранен. И, значит, и он попросил, вот как бы офицера, последней просьбы позаботиться о его жене, которая одна, и никого родственников нету, и дети. И этот офицер, он лечился долгое время, все, значит, прошли годы некоторые даже, вот, получается. И он нашел таки эту женщину, приехал в Петербург специально, чтобы найти эту женщину. И он нашел ее. И... ну, понимаете, что он спонсировал полностью их жизнь, значит, дочери вышли в люди, получили образование, значит, они больше не голодали, он полностью семью это обеспечил. Но, самое интересное, молва быстро по рабочему кварталу разошлась, и люди приписали всю славу этой иконе Божьей Матери Скорбящей. И для нее, этот офицер, для этой иконы, когда рассказал эту женщину, что я перед иконой молилась, он тоже был религиозный, православный, сделали оклад. Другие люди жертвовали деньги большие, купцы там приезжали, сделали из золота, серебра этот оклад, значит, для этой иконы, значит, там и люди лампады вешали дорогие туда, значит, храм стал посещаем, значит, паломниками, что, мол, икона чудотворная объявилась вдруг в Российской империи. И славу приписали этой иконе. Я скажу так, что Бог творит чудеса. Бог творит чудеса. И Бог творит чудеса порой вопреки даже тому, что делает человек. Порой даже вопреки нашим поступкам многим. Вопреки нашим религиозным предрассудкам. Потому что Бог добрее, чем мы можем себе представить даже. Он лучше, чем мы можем даже себе вообразить. Он спасает и Он исцеляет и коммунистов, атеистов, даже тех, кто в Него не верит совершенно. Я знаю, что они тоже получают свои исцеления. Они, правда, это приписывают врачам. Я знал лично чудеса в жизни атеистов, которые не верили в Бога. В жизни мусульман, в жизни иудеев, в жизни буддистов, кого угодно, Бог творит чудеса. Он даже в жизни животных творит чудеса. Просто скажу так, что мы должны за все славу воздавать Ему, живому Богу. Вот той женщине, которая исцелилась от саркомы, она молилась перед иконой Божьей Матери. Этой женщине, я хочу сказать, и другим женщинам, мужчинам, хочу сказать сейчас, воздайте славу Богу.
Поймите, что от Него, от Бога, всякое даяние благое и дар совершенно свыше в ваших судьбах. И если эта женщина получила исцеление, и она воздала слава Богу, это замечательно. Но если она, воспользовавшись этим, и начала почитать эту икону особенно, она совершает грех. Ей нужно покаяться в этом просто. Покаяться в этом и верить в живого Бога по-настоящему. Интересно, много очень таких чудесных, необъяснимых даже вещей в жизни. Очень много. Мы порой представляем себе, что Бог только так действует, или так, допустим, иначе. Но Бог действует даже там, где мы даже и не подозреваем, что Он действует. Он действует... Очень много просто примеров я могу привести тоже подобных. Я, когда был традиционным священником православной церкви русской, я тоже переживал чудеса. Может, не такие вот, как бы, такие вот сильные, но тоже были чудеса. И сейчас вспоминать, но могу назвать, ну, с добрый десяток вот таких, ну, скажу так, серьезных чудес. Но если не брать, то есть отвеченные молитвы, то есть я молился и молился, но в основном молился кому? Божьей Матери молился, конечно же, святым молился. Значит, но я сейчас знаю, что Бог все равно совершал чудеса. Допустим, один раз был случай, просто случайно, казалось бы, ехали в автобусе, значит, там, и, ну, цыгане обворовали одну женщину. Она в такой истерике была, она в этой сумке все, говорит, у нее. Документы, деньги, они выехали с другой стороны, вообще, ну, беженцы. Короче, вообще ничего, она голосила, знаете, как в истерике уже. Я просто там, еще была одна женщина православная со мной, она прихожанка была храма, другого храма, тоже Рязанской области. И мы сказали друг другу, вот она мне, я ей сказал, она говорит, батюшка, помолитесь, я говорю, давайте помолимся, сестра, давайте помолимся сейчас. Вот, и... Ну, конечно, ну как мы были научены? Я, допустим, помолился тоже вот, Ивану Воину, потому что ему обычно от потери всяких вещей мы молились. Вот, значит, я, конечно, ему помолился, как я мог. Вот, значит, там, и как свершилось чудо. На наших глазах сумка была возвращена. Ну, это целая история, вообще-то, как это произошло. Значит, водитель авто, это был 91-й год, уже 92-й даже, когда... заставить что-то вернуть было очень трудно другого человека. Воровали очень серьезно в России. В Рязанской области это вообще было криминальное было место очень сильно. И сумка была возвращена со всеми документами, ничего не было тронуто в этой сумке. В тот же день, ну через, скажу так, может часа три, наверное, прошло, наверное. Я думаю, может быть даже меньше. И, конечно, я поблагодарил Бога, но моя молитва была в первую очередь Ивану Воину. Знаете ли, благодарственная. Вот я был так научен. И было много вот таких небольших происшествий, очень много было. Но с десяток могу назвать таких конкретно, таких чудес. Я не говорю, что Бог не действовал тогда, Бог действовал. И я вот, допустим, очень люблю о чудесах рассказывать своей семье, которые свершились. Когда мы поженились с моей женой, у нас было все хорошо, слава Богу, но была ложка дегтя. Вот в нашем таком союзе брачном, значит, у нее были проблемы по-женски, у моей супруги. И врачи ставили диагнозы, что она никогда не сможет быть матерью. У нас сейчас шестеро детей. Понимаете? Своих, рожденных нами, шестеро детей. Вот, чтобы вам было все ясно. Вот, значит, тогда, когда мы были в традиционном православном, у нас было двое детей уже. Оба ребенка наших первых, Настя и Коля, это были чудеса Божьи. Вот рассказывать, это невероятные вещи. В частности, вот допустим, ну с Анастасией вообще это чудо, реальное чудо. Ее даже назвали так, Анастасиос, да, Анастасия, воскресенье по-русски, значит, с греческого. Значит, полгода воевали с врачами за право ее родить. Значит, говорили, она умирала и все, значит, но она выжила. И жена выжила, значит, и Бог исцелил, значит, и развил матку во время родов, значит, ее не было фактически как таковой матки, она была в зачаточном состоянии, то есть это невероятно. Врач, один из наших знакомых евреев, значит, в Подмосковье, он говорил, что, в принципе, иногда с такими показаниями, с зачаточной маткой, значит, бывают случаи беременности, но никогда не бывает, чтобы развился плод, значит, и тем более, чтобы не родился ребенок. Это однозначно, только лишь прерывание нужно делать будет тогда. Значит, и только лишь операция настаивали, вот, и...
Вы знаете, совершилось чудо, Бог совершил чудо. Бог из зачаточного состояния матку развил и все остальное исцелил. Второй наш ребенок, Николай, значит, я служил уже на другом приходе, в другом храме, тоже в Рязанской области. Так получилось, совершенно другой регион. Это уже в степи туда, значит, ближе к Тамбовщине. Значит, Путятинский район, и в Шацке жена рожала моя. И знаете, врачи говорили, когда она была уже на последних сроках, месяцах, что ребенок, он уже мертв, но мы верили, что Бог его сохранит. Врачи говорили, подозревали, что к нему ничего не проходит вообще. Когда роды совершились, то все это подтвердилось, конечно же. Пуповина была зелено-черная, воды были черными фактически. Значит, и врач сказал гинеколог, что больше месяца однозначно к нему ничего не попадало. Как он вышел, один Бог только знает. Аминь. Сегодня парню 19 лет, сегодня он крепкий, здоровый, как олень. Кстати, Гершель, фамилия нашей семьи до принятия фамилии другой Журавлевой, значит, Гершель, это с, можно сказать, с еврейского старого, да, значит, как олень буквально. Очень интересно. Да. И, значит, то есть тоже могу говорить о чудесах. Если бы я строил свою веру на чудесах, то я бы никогда бы не ушел из строительства православия, потому что чудеса были в моей жизни, нашей семьи были, и много было, ну, других чудес. Но я в 96-м году, слава Богу, за мою жену, она меня поддержала тогда. Самое сложное тогда для меня было, это даже не теология, это даже не то, что Библия, она полностью переменила мое сознание, мышление мое. Не это было самое сложное. Самое сложное было оставить свой опыт, перешагнуть через свой мистический религиозный опыт и согласиться с опытом Библии, с опытом Бога. Это было очень сложно. Просто мои мозги трещали просто. И я в конце концов согласился, я сдался, я сказал: Господь, безопаснее для меня доверять Твоему Слову. Я примерно так сказал ему. И, наверное, даже дословно, кстати, вот так сказал тогда. И, знаете, это помогло мне, очень сильно помогло. И вот той женщине, всем остальным, женщинам, мужчинам, что переживают чудеса, я обычно говорю: воздайте славу Богу. Давайте научимся воздавать славу Творцу. Даже если, хорошо, я некоторым говорю, есть такие очень упертые, такие традиционно ортодоксальные православные, которые нет, и мы все равно будем молиться, я говорю: хорошо, будь по-вашему, вот, ну, давайте вот, я соглашусь с вами сейчас, допустим, хотя я не согласен внутри, говорю, значит, по совести, но давайте вот я представлю, что я соглашусь сейчас с вашей, вот, значит, с вашей доктриной, ну, я сам в этом жил, мне это легко, в принципе, сделать, понять, как бы их, мне легко, они меня очень трудно понимают, я их хорошо понимаю, что я сам жил так. Говорю: хорошо, вот если я опущусь сейчас вот на ваше представление, на ваш уровень, и говорю: хорошо, я молюсь святым, и, значит, и я получаю ответ, или помолился иконе, получил ответ. Но, говорю, все-таки, даже по теологии православной, ортодоксальной, ведь я молюсь святым, святые молятся Богу, и от Бога ответ. Так даже по ортодоксальной теологии вы просто нелогично смотрите на все это. Вы не просто не хотите увидеть все цепочки. Вы все равно должны Богу славу воздать. Хотите вы, не хотите. Даже по вашей же теологии. И многие люди задумываются, слава Богу. Даже батюшки задумываются. А ведь все-таки так, ведь все-таки от Бога-то. Вот так вот, господа. Вот в чем секрет-то. К Богу обращаться. И есть Пасхи, есть поминальный день, как вести себя... после Пасхи есть поминальный день, как вести себя христианам. Я рекомендую, настоятельно рекомендую христианам не ходить на вот Радуницу и другие субботы поминальные на кладбище. В своей церкви я даже не то чтобы запрещаю, я просто говорю так, что если вы член церкви, вот, реформаторской православной церкви, и вы собираетесь идти, то вы автоматически себя просто вычеркиваете из церкви нашей. Почему? Потому что, говорю, какая совместимость у Христа и Вельзевула? Что общего у трапезы Господня, трапезы Бесовской? Я в свое время очень много бывал на этих кладбищах, даже один раз там в командировке бывал на одном кладбище. Меня командировали на пару недель там, значит, еще будучи традиционным священником. И я прекрасно понимаю, что люди на кладбище идут не просто там поправить и навести порядок. Там конкретное поминание. Там водку наливают, значит, там продукты ложат прямо на могилку, застилают рушниками, особенно в Украине, особенно. В России очень много забыто, расцерковленное больше население. Здесь больше традиций сохранилось.
И это как бы и хорошо, но и как бы и по-всякому. Бывает не очень хорошо. И вот нехорошие традиции, которые сохранялись и сохраняются в Украине, это вот прямо застилают могилки все. У вас тоже наверняка, да, в Сумской области? Да. Тоже наверняка такое. Я в Черниговской области это видел то же самое. Застилают могилки, в Киевщине то же самое. И ставят питание, продукты, значит, кушают там, значит, и всякое. Я вот в Брянской области тоже наблюдал такое. Там рядом Украина, просто, и поэтому влияние более религиозное такое. И тоже на могилках там застилают. Поэтому я обычно у себя на приходе, я старался с утра до обеда быть на кладбище. Потому что после обеда делать нечего. Там уже шумел камыш, деревья гнулись, уже мордобой. И, значит, и все. И уже люди забыли, зачем они пришли, и, значит, собственно, значит, на это кладбище. Поэтому более приличное общество обычно до обеда, значит, на кладбище все-таки, ну, с утра. Значит, и я обычно шел туда, и по могилкам шел, значит, совершал панихидки всякие там, значит, там. И как бы это было мое ремесло. Но теперь я понимаю, что это был грех. Потому что, ну, я даже не говорю, ну, надо сказать пару слов, что все-таки даже молитва за упокой, как таковая, самая, она есть оккультная молитва. Это есть зло само по себе, это обман, как минимум. Потому что молитва, о молитве в Библии очень много говорится, но нигде не говорится даже о возможности молитвами живых людей повлиять на посмертную судьбу умерших людей. Нигде не говорится. Во времена средневекового иудаизма в Сидуры еврейские попали тоже вот эти молитвы, вспоминательные молитвы отца, матери, воинов, но даже это является позднейшими вставками. Во времена храмового уже еще иудаизма, во времена библейского иудаизма не было даже таких вспоминательных молитв. Иудаизм очень сильно отличался тем самым от любой религии мира вообще как таковой. Потому что все религии мира, все религии Римской империи знали поминальные дни, поминальные молитвы. Обязательно. То, что в современном иудаизме ортодоксально существуют поминальные особые дни, это уже следствие, это уже последующее, это влияние, кстати, христианства, как ни странно это звучит, но не без нашего это влияния. Значит, и то же самое, допустим, там поминание на могилах праведников, чтение записок на могилах праведников, которые сегодня практикуются в некоторых течениях иудаизма, это тоже более позднее явление, которое ничего общего с библейским иудаизмом не имеют на самом деле. И много других традиций, поверьте, в синагогах часто бываю, значит, и общаюсь с ортодоксальными евреями, и вижу явно не божьи вещи. Портреты умершего рэба, которые целуются, это тоже не библейский иудаизм, поверьте. Это не то, что Бог нам заповедует вообще в слове своем, абсолютно. Это позднейшее влияние. Это то, что пришло в иудаизм, но оно должно и уйти из иудаизма. Должна быть реформация. Слава Богу. И что еще? А, по поводу поминальных дней. Рекомендую прийти после, допустим, или до того, чтобы, ну, навести порядок, там, прибраться, значит, в конце концов, значит, покрасить. Ну, как-то... Хотя мне очень кладбища нравятся другие. Не знаю, я в Америке очень полюбил кладбище. Мне понравились. Я бывал там тоже на мемориальные дни, на кладбищах. Мне очень понравилось американское кладбище. Там чисто... Это одно. Но там вот этих нет этих изгородочек, значит, один от другого, как бы, знаете ли, отделяются. Вот просто камни или там, или кресты, или там, или что-то еще там, значит. Но там нет такого, знаете ли, чтобы вот такой депрессивный дух такой какой-то стоял на кладбище. Я даже братьям нам сказал, что если я умру, я хочу все-таки, чтобы в Америке меня похоронили. Потому что там, там как-то спокойнее даже на кладбище даже. Да. Без этих оккультных штучек, там, чтобы там... вот, слава Богу, за Льва Николаевича Толстого, который, когда умирал, он завещал похоронить его без всяких там надгробий, без всяких памятников, просто в холмик сделать и все, чтобы не было всех этих оккультных штучек. Слава Богу. Вот, и, конечно, христиане, евангельские, протестанты, я просто умоляю вас, не ходите на кладбище в эти дни, вам там делать нечего, поверьте. Значит, поминальные дни именно, вот Радуница. Потому что вы лучше придите перед тем, наведите порядок, ну и после того, потому что там будет тоже беспорядок, значит, там наверняка. Как правило, это я уже точно знаю, по опыту уже. Вот, значит, и это наш долг последний перед умершими. Но, знаете ли, вот делать там тризны, делать эти поминальные, эти вот мессы такие, ой-ой-ой. А ведь реально наливают прямо туда на могилку, значит, водки, значит, там ставят, там, значит, все, это все делают, да? У вас тоже это делают. А Пасха вообще, что в общем там, я не знаю. Правда, обычно для оправдания ссылаются на вот древние патриархи, там, по-моему, Лаврентий, диакон, там, не помню, кто там, из Лавры Печерской, когда там
на Пасху он зашел, значит, в эту галерею, там, где мощи эти лежат, значит, там, ну, он ходил, как бы, ходил, сходил он, и как бы так вот забылся, что здесь никого живых нету, только одни покойники. Ну, и забылся, и сказал там, Христос воскрес. И оттуда, поистину воскрес. Может, он пошутил над ним, бедолага. Но как бы с тех пор считается, что они такие, значит, живы, как бы, значит, вот, и могут даже как бы обратно. Но обратная связь — это спиритизм, это грех, это то, что Бог запрещает. Вот, и у нас один священник наш, он трудится в Днепропетровской области, отец Борис, хороший, стрельский, хороший священник такой, в селах трудится именно. Значит, и там у него был случай один, он живет в одном селе, а служение у него, ну, как бы больше в другом селе, в соседнем. И вот, значит, и в том селе, значит, я так понял, семья одна, муж, жена. И порядочная семья такая, значит, они, ну, не пьющие такие вот, они как бы такие, ну, добрые люди сами по себе. И как бы, ну, положительные, знаете, вот, не ругаются, не конфликтные какие-то такие, работящие, как бы. И знаете, вот, значит, и на них было приятно посмотреть, Борис рассказывать. Но он хотел нам будет не рассказать. Они не против, но как бы и не соглашаются. Как бы, ну, нам это не надо, нам и так хорошо. И представляете, жена вдруг заболела, скоропостижно скончалась, даже... Ну, как бы, ну, никто не мог понять, от чего. И вот, этот мужчина, он стал с ума сходить. Там кладбище недалеко, как раз от их дома. Говорит, каждый день, фактически, на кладбище, каждый день. Орет там, голосит, значит, там, стал горькую пить, хотя сам вообще не пьющий вообще по жизни. Значит, мужик просто пропадает, значит, там, значит, и представляете себе, однажды к Борису он приходит, значит, прибегает, время уже за полночь уже, прибегает, вот с такими глазами, от него, говорит, водкой несет, но видно, что он трезвый, хмель с него вся сошла. А ко мне, говорит, вот, ну, он назвал имя, жена, приходит, как приходит, она же померла. Ну, так я тоже знаю, что она померла. Приходит, то есть, короче, его монолог с женой превратился в диалог однажды. Вот, она его по имени все кличет, значит, потом, значит, стала появляться, значит, потом, значит, в дом зашла, говорит, вот той ночью, и даже, как бы, предлагала, как бы, значит, там, с ним, значит, как бы, как жена, поспать. С него, с меня хмель сразу сошла, говорит, вообще. Так ты ж спокойно, так это нам не мешает, как бы. Он, короче, как ломанулся к этому батюшке. Прибежал вот с такими глазами батюшку. Спасибо, молись надо мной, ну, короче, чтобы не было этого. Я же знаю, это не моя жена, хотя голос ее, говорит, значит, ну, все, ну, по виду все, жена, но это не жена моя, говорит, ну, точно знаешь, что не моя жена. И страх такой, говорит, ну, ладно. И батюшка объяснил ему, отец Борис, сюда, это бес, вот, значит, просто ты сам дал ему место, вот, во-первых, то, что не верим в Бога, во-вторых, вот этим отчаянием, криком этим, значит, там, обращался все время, вернись там, навернись, вот, он вернулся, но это уже не она, конечно, а бесяра. Значит, и что делать? До утра просидели, говорит, значит, я ему все рассказывал, он молился молитвой покаяния, согласился, он совсем был согласен уже. Вот, значит, помолились, все, значит, отрекался, все. И как же теперь с этой нечистью бороться? Ну, вдруг, если снова заявится она, допустим, или оно там, значит, в ее обличье. Ну, вот так и так вот, во имя Иисуса Христа, отец Борис объяснил ему, значит, власть верующего, значит, там, в имени Иисуса Христа, прекрасно все. И вот, значит, понял, тот записал даже себе, значит, там, инструкцию такую краткую. И представляете себе, значит, да, потом встречаются, через день, через два, там, допустим, встречаются. Ну и как? Опять приходила, говорит, но вот подействовала, говорит. А как? Он рассказывает, значит, является опять жена, опять назначаем на улице, как бы, но я уже приготовился, уже с бумажкой даже уже. Она уже речь приготовила. Заходит опять, значит, опять вот на пороге, значит, и я начал там что-то, как-то говорю, говорит, во имя Иисуса Христа, дьявол, пошел вон, значит, все, она такие глаза вылупила и смотрит на меня. И не уходит. Я, говорит, уже все прочитал, уже и не раз уже нервы сдали, я, говорит, матом, короче, матом, короче, значит, и эта жена или жена, не знаю, что такое, значит, говорит, значит, а христиане матом не ругаются. Развернулась и ушла. Отец Борис там насмеялся, говорит, ну, в общем-то, бес, и правду говорит тоже, ну, полуправду. Вообще-то христиане матом не ругаются. Батюшка, прости, ну, просто уже нервы сдали, говорит.
поэтому экзорцизм, значит, надо Макаренко посоветовать, да? Еще надо матом, но... не, шутка. Макаренко молодец, бесов там гоняет хвосты в гриву вообще по-всякому там. Слава Богу. Вот, значит, но экзорцизм, да, вот, изгнание беса, да, значит, это опять-таки во имя Иисуса Христа. Ни матом, ни там обращением к святым, значит, там, ни чесноком, ни серебряными пулями, ни осиным колышком, ни крестами, ничем. Именно действительно во имя Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа. Бешем и Иешуа. Во имя Иисуса. Бешем – это не просто с именем Иисуса на устах, а это буквально в имени Иисуса. То есть буквально я в нем, а он во мне. Именно это имеется в виду Бешем и Иешуа. Бешем. А потому что Библия, хотя записывала Нового Завета на греческом языке, но Иисус говорил на своем еврейском, и наверняка он сказал именно Бешем и Иешуа. Бешем. Во имя Его. Во имя, значит, буквально в имени. То есть он в нем, а ты в нем, а он в тебе. И это действительно спасает. Не то, что практиковали вот эти горе-экзорцисты, сыновья первого священника Скевы, да, которые, значит, в числе прочего, видят, не справляются, значит, но, ну, еще и во имя Иисуса, которого Павел проповедует. Бесы, наверное, в шоке были. Да что, значит, как бы, Иисуса знаем, Павел известен, а вы кто, ребята, вообще? И вы туда же. Да, вот так вот. Может ли то, что тебя посвятили без твоего желания, повлиять на жизнь? Имеется в виду посвящение святой водой, да, или как-то на мероприятии, ну, наверное, на молебне. Но это не самое жесткое посвящение, которое могло быть над вами совершено. Значит, дело в том, что это по принципу, как без меня меня женили, да? Если вы человек верующий, если вы рожденный свыше человек, значит, и вы бодрствуете, да, вы молитесь, и Господь, Он с вами и вас, то, значит, даже если посвящают там, или там, атакуют, Бог защищает вас, если даже враг и дается ему место определенное, попускается действовать, то Бог дает защиту и дает оружие для контрнаступления и для разорения противника. Поэтому... Иногда я тоже молюсь, потому что меня часто, вот так бывает, атакуют мои же братья, к сожалению. Ну, традиционные православные священники отпевают меня. Значит, некоторые там бандитов насылают, там физически угрожают, а другие вот духовно отпевают, значит, заживо, значит, там. И был случай у меня, что я фактически чуть ли однажды и не умер, но имя Иисуса меня просто остановило. Слава Богу, имя Иисуса меня исцелило тогда. А что сделать с конфетами и печеньем, которые подают за Царствие Небесное, за умерших? Не брать. Моя рекомендация – не брать. Не участвовать в этом. Потому что наше участие... я убежден, что на основании Слова Божьего, послания Павла, что это идоложертва – это ничто, и оно вам не повредит. В принципе, если вы молитесь, призываете кровь Христа, вы даже если что-то поганку в лесу съедите, мухомор, Бог, Он каким-то образом совершит чудо, я убежден, я много таких чудес знаю, даже в своей жизни. Но, с другой стороны, ради того, кто вам это объявляет, ради его души, не принимайте это, не берите это. Потому что он говорит, за упокой поешь вот такого-то, допустим, за Царство Небесное, такого-то, за упокой такой-то души. Получается, если ты возьмешь, ты принимаешь участие в идоложертвенном, в посвящении бесам. Ты, получается, ты этим самым, как бы, этой душе говоришь, вот, живому человеку, что ты тоже участвуешь в этом же мероприятии. Очень важно иногда уметь говорить «нет». Наберитесь духом и соберитесь с духом. И иногда, когда надо, отказывайтесь принимать эти вещи ради спасения этих душ. Бог вас благословит, очень сильно благословит. Вот у нас одна сестра, значит, в Киеве отучилась в нашей церкви, значит, и отучилась она, значит, и попала, она как банковская работник, да, банковский работник, и попала, значит, на испытательный срок в хороший банк. Знаете, без связей, без, значит, там, знакомств каких-то, значит, попала. И это шанс очень хороший. Не всем так везет после института попасть в хороший банк на такую хорошую должность. Значит, хорошее место. И у нее был срок испытательный. И одна женщина отвечала за как раз ее срок испытательный. Значит, и банк солидный, не просто, скажу так, не буду сейчас называть, но, значит, то есть хорошая зарплата и все. И вот, значит, и представьте себе, и в первые же дни
день или два там одна из сотрудниц вдруг приносит всякие печенье, конфетки и раздает. А оказывается, там у них кто-то умер, значит, там она не знала, ну, и вот раздавали за упокой. И Марина отказалась принимать вот эти конфеты, печенье, потому что она как раз в нашей церкви, накануне как раз я рассказывал об этом, что, пожалуйста, не берите эти печенье, конфеты, посвященные, вообще все, что посвящено для умершего, не берите. Это заклято, это бесовское. Это посвящено бесам конкретно. А потому что умерший, он не кушает конфеты. И печенье ему не надо. Это не Санта, который там за молоком с печеньями там спускается через трубу. Значит, то есть для них это не нужно вообще. А кому это нужно? Это только бесам только. Потому что люди обманутые, они считают, что этим самым они как бы лучше сделают душе умершего человека. Манипуляции совершаются какие-то. Это ложное учение совершенно, друзья. Это бесовское учение. Нет просто времени подробно об этом рассказывать. Я рассказываю, как это пришло в жизнь христианской церкви и откуда оно пришло в лекциях по истории христианства. И вот Марина отказалась, слава Богу, но нажила себе как бы неприятности, потому что, значит, ну, та женщина сказала, все, ну, как бы, а как раз та женщина как раз и за нее отвечала. Ну, короче, ты у нас не задержишься. Месяц этот проходит, значит, как бы, и время проходит к начальнику, к директору на ковер, и вот Марина попадает, и вот та женщина. И он спрашивает начальника, директора, значит, ну, как вот она, значит, и эта женщина говорит, однозначно, она у нас не уживется, потому, потому что она не влилась в коллектив, значит, наш. Значит, он выяснил, почему именно, она рассказала случай даже этот, представляете себе, такой. А тот директор очень религиозный, у него там целый иконостас за ним, все в золоте, в серебре, значит, эти иконы, значит, там он спонсор многих храмов, там строительства, значит, и представляете себе, а когда Марина отказалась, то ей говорят, а ты что, сектантка разве? Она говорит, я православная, но я именно хожу в такую реформаторскую православную церковь, и наш священник сказал, значит, что, значит, нельзя это делать, это бесовское учение. Ну, короче, так вот, она вежливо, вот я вежливо, но очень спокойно это все рассказала. Ну, конечно, настроила многих против себя, особенно эту женщину. И эта женщина сказала директору, что да, она у нас не может работать, и коллектив против, особенно, ну, я вообще полностью против этой кандидатуры. И представляете себе, этот директор, он молчал, рассуждал, значит, видимо, там думал, и сказал, я, говорит, ее оставляю. Если она одна, молодая, вот такая, смогла всему коллективу противостоять, она мне нужна сейчас в отделении этого банка. Представляете? И оставил ее. Прошло несколько месяцев, он ее продвинул. Сейчас она руководитель одного из филиалов. Значит, то есть за эти годы Бог поднял молодую девушку без связей, без этих вот там волосатых рук, там, как говорится, значит, блата, поднял и продвинул. Сейчас, слава Богу, это великое благословение. Но даже если бы это и не исполнилось, продвижение, даже если бы она не получила бы, ее бы уволили бы, тогда, значит, не приняли бы в банк, то я знаю, что Бог почтил бы ее бы в другом как-то и благословил бы ее в другом. Совершенно. Но если дьяволом заигрывать, знаете ли, недопустимо. Голда Майер правильно говорила, с террористами переговоров не ведем. Вот так вот. Поэтому с дьяволом переговоров никаких не ведем. Вопрос, значит, по книге, о книге о Серафиме Саровском. Пишется, как ему явилась Божья Матерь с другими святыми, которые были пустынники, с которыми она говорила. В житии Серафима Саровского, если не ошибаюсь, с десяток точно было явление Божьей Матери. Оно описывается в житии Серафима Саровского. Это откровенно оккультное учение, и мне очень жаль. Если это правда, если это не там записано кем-то, потому что жития святых — это такая вещь, знаете ли, которой, ну, скажу так, веры очень мало. Очень мало веры. Доверия фактически никакого. Это все равно, что, допустим, история Второй мировой войны изучать по книге, допустим, Леонида Ильича Брежнева, там «Малая земля», допустим, да? Вот как бы, ну, оно похоже, но это не все. Это лишь один эпизод, и вообще-то это... Мы в свое время штудировали эту «Малую землю», значит, все, значит, там сдавали экзамены, я помню, ой, такой бред. Значит, я-то как бы, хотя школьник, но с ветеранами много и общался, и вообще как бы любил все время еще... Пареньком любил слушать старых людей просто и о войне, и много читал. И как бы, значит, ну и как бы книжка Брежнева, она вызывала, конечно, даже у школьников, значит, читающих ее, вызывала, ну,
смех, как бы так вот сказать. Ну, надо было сдавать. Ну и учителя прекрасно знали, смеялись тоже, но все равно принимали. Вот, изучали. И вот «Жития святых» Сергей Сергеевич Аверинцев, академик, покойный уже, один из последних таких старых вот этих академиков российских, он очень мудро по этому поводу сказал, что жития, он изучал эту тему очень подробно. «Жития святых», патристика, значит, и там еще что-то. Значит, и он пришел к такому выводу, именно научно, изучая все, подходя научно, что он говорил, что менее, что ли, 1%, по-моему, менее 1% в материале «Жития святых» исторически является достоверным. Все остальное, то есть 90%, можно однозначно смело просто так взять и выкинуть. Ну, классический пример, вот со слов Аверинцева, и не только Аверинцева, это многие уже академики об этом писали, и до Аверинцева, и, значит, в частности, вот западноевропейские, немецкие, американские исследователи писали об этом. Вот знаменитый Николай Угодник, святой Николай, да? Значит, это, ну, католики на Втором Ватиканском соборе даже были вынуждены признать акт именно обмана, что такого и не было вообще человека как такового. Это миф, это как бы линеяно, знаете ли, это созданный из ничего как бы образ. Это пример, шедевр, считается шедевр религиозного и политического мифотворчества. Даже в одном из изданий на эту тему как раз об этом и писали. Значит, о религиозном и политическом мифотворчестве. И в религии один из самых шикарных примеров мифотворчества считается как раз образ Николая Угодника. Это образ человека, которого не было, которого создали, потому что он был нужен. Нужен был суперсвятой, который бы такой был святой, такой хороший, добрый, чтобы он затмил всех остальных, даже самого Господа Бога. И так получилось. Образ Николая Угодника, вот если вот в процентном отношении, сколько храмов по всей Руси было построено, большая часть Николаю Угоднику посвящена. Значит, на Рождество о Христе поется, да, но ой, кто Николая любит, и Николай Угодник, он там через труб, он Санта-Клаус знаменитый, его по всему миру знают вообще. Ему печенье оставляют, значит, с молочком, значит, там, он подарки дарит, он очень добрый, его очень любят, значит, и он действительно, как бы, религиозные деятели преуспели в этом, он забыл самого Господа Бога в сознании миллионов, миллионов католиков, православных. Вот, и сегодня уже научно доказано является, это признано даже научной комиссией при вот, соборе Ватиканском II, значит, это миф, его не было, как таковой исторической личности его не существовало вообще. Но есть предположение, что имя Николай, епископ из Мирликийских, взяли действительно одного из участников Первого Вселенского Собора. О нем ничего не известно, когда он жил, что он жил, ноль информации вообще, кроме имени и даже ни фамилии не известно, ничего. И что один из участников Собора в списках был Николай на самом деле, из Мирликийских, архиепископ. Факты все, приписанные ему, рождались в последующие столетия, через 3-4 столетия и дальше. Последние факты были обнаружены в 18 столетии. Не в архивах, через спиритизм, как бы. Кому-то приснился сон, кому-то видение. Создавался миф, образ. Вот так вот. Но самое страшное, что вот такие вот примеры, знаете ли, они живы. Гитлер, по-моему, говорил как раз, что если ложь говорить долго и громко, постоянно, то люди в нее поверят. И чем громче эта ложь, тем в нее лучше верят. И вот, к сожалению, люди поверили в ложь. И сегодня миллионы и миллионы христиан верят Николаю Угоднику, молятся ему, ставят и на всех иконах. Кстати, даже Аверинцев Сергей Сергеевич проводил в начале 90-х, даже проводил опросы в храмах, не в храмах, а на выходе из храма. Людей опрашивали, волонтеры от Академии, от Академии наук российской, у них были документы, все. Значит, делали официальный опрос, значит, именно прихожан в Петербурге и в Москве. Там сотни людей были опрошены. Вопросов было много, значит, о Боге, о вере. И вот о Боге вопрос. Что такое есть Троица? Представьте себе, больше половины опрошенных ответила, что это есть Матерь Божья, Иисус Христос и Николай Угодник. Меньшая часть ответила, это Матерь Божья, Иисус Христос и Иоанн Креститель. А значит, потом, значит, еще какая-то часть сказала еще какую-то ерунду вообще. Значит, там даже Иисуса Христа уже не было. И лишь небольшая часть, меньше 10%
Там еще как был вариант такой, уверенно, не уверенно. Неуверенно сказали, что это Отец, Сын, Дух Святой. И только лишь 1% ответил уверенно, что это есть Отец, Сын и Дух Святой. Представьте, то есть, согласно мнению многих людей, да, Николай Угодник, он настолько высокий святой, что даже одно из лиц Троицы даже. А просто люди привыкли вот в эти вот три таких иконочки, в машинах везде их там ставят. Вот такой обман. Поэтому, а насчет Серафима Саровского, обратите ваше внимание, когда при Николае II его канонизировали, то есть объявили святым, Николай II, он являлся инициатором этой канонизации, сделали опрос, опросили всех епископов, то есть сотни епископов православной российской церкви тогдашней опросили. Ни один из епископов, митрополитов, архиепископов, ни один из них не согласился с канонизацией Серафима Саровского. Все были против. Лишь один царь-батюшка за. Ну, понимаете, кто победил. Потому что в своде законов Российской империи до самого 17-го года было написано в преамбуле глава церкви, его императорское величество. Курсив свода законов Российской империи шел. Больше того, это не просто в своде законов Российской империи, 14-й том, для справочки. Это было и в церковных актах, это было и в церковном уставе, регламенте было записано, что главой церкви является их или его императорское величество. Но, скажу так, при всем уважении ко всем величествам, главой церкви является Иисус Христос. Аминь. И скажите, пожалуйста, как отличить обед? Отмечать, да, обед во время похорон. Не надо отмечать, просто поели, как бы, посидели, значит, и без этих церемоний, этих, знаете, вот отдельный прибор к умершему ставить. Это вот все, это все оккультные эти вещи. Посвящение. Зачем? Для чего? Зачем? Вот сколько раз я это видел там в прежней моей жизни, такой религиозной, христианской, значит, когда значит, на стол ставят это прибор отдельно для умершего или наливают водку, прям, значит, и говорят, приходите, родственнички, отобедайте, значит, там. Это все, ну, приходят, но не родственнички, конечно, там, как бы, да. Вот, значит, и такие обедают. Значит, и вот это общение с бесами, оно не для христиан. Люди это совершают в невежестве. Я думаю, что, чтобы, ну, у дьявола здесь выбить козырь, необходимо, конечно, какое-то похоронное служение. Вот, было бы хорошо, если бы, если, допустим, кого-то умирает, родственник, да, чтобы мобильно собиралась группа, допустим, верующих, и они брали инициативу в свои руки. Потому что если никто не занимается, то один одно скажет, другой другое скажет, значит, и люди не знают, что делать, и тем более такой стресс, представляете, нет близкого человека, родственника, значит, и люди готовы все, всю ерунду делать вообще, что им говорят. Когда на кладбище был, значит, в командировке, а реально, я попал, значит, мне позвонили, сказали, придите, отец Сергий, придите в епархиальное управление, получите командировочное удостоверение. Ну, очередная командировка. А я молодой священник, меня часто в командировки посылали. Я, как бы, мне даже интересно было в одном храме, в другом побывать в командировке. Значит, и получаю командировку, написано кладбище, номер такой-то. Вот это, да, что за командировка экстремальная, значит. А мне отец Сергий говорит, ты у тебя даже машины нет, ну хотя бы, ну, тебе хотя бы, ну, подъемные дать какие-то. Это самое, оказывается, я потом узнал, батюшки бьются за эту командировку вообще между собой, значит, а меня так вот просто пожалели, значит, как бы, чтобы подзаработал немного. Значит, и потому что это, ну, как бы, да, очень доходное место. И ни Пасха, ни Рождество, ни все эти праздники не дадут столько никогда, значит, денег, значит, священнику, как именно вот кладбище, именно вот все, что связано, поминальные дни, значит. И поэтому в храмах, где я был, служил настоятелем, значит, по кассе, если брать вот, приход, расход, вот по приходу, значит, от, ну, точно не скажу сейчас, но от половины до 2/3 всех доходов это связано с умершими любого храма. Будь это сельский храм или городской храм. Но есть храмы, которые так и называются кладбищенские церкви, которые прямо на кладбище. Там все прихожане, покойники, значит, и вот и как бы приходят люди только лишь ради того, чтобы. У них вообще почти 100%. Ну, не считая там, сейчас мода такая, не знаю, как в Украине, но в России сейчас такая мода на кладбищах венчаться, да, вот, особенно молодежь, готы, они очень любят это. Они просят батюшки на кладбищенских церквях, чтобы там повенчаться среди могил, это очень экстремально считается у них там.
Вот, и чтобы там, тем более песнопения такие плачевные все такие, как бы, им это как бальзам на сердце. Не знаю, ну батюшки венчают, значит. Вот, значит, но не считая таких экстремалов, обычные граждане обычно не догадываются на кладбищах венчаться, как бы, значит. Вот, и там, а там, в этих храмах, вообще 100% дохода фактически, это все от умерших. И поэтому священники, которые, даже если и понимая, что неправильно они делают, ну, от этого благосостояние наше вообще, от этого ремесла, ну, жизнь наша, финансы вообще. И поэтому корень всех зол, в Библии написано, это не просто ересь какая-то, это именно серебролюбие. Вот, так что в любой ереси можно найти финансовый след какой-то. Вот, и действительно, и здесь реальный финансовый след. Потому что ересь это не просто что-то духовное, это дело плоти. Это не дело духа, это дело плоти. А заблуждение – это другого порядка. Заблуждаются чаще всего люди искренно. А ересь – это когда у Павла очень четко написано, к римлянам, в первой главе, они знают, 32 стих, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот это жуткая картина. Да, братья, это вспомним тех батюшек, которые дали денег, специально эти священники дали денег невольным очевидцам воскресения Иисуса Христа, чтобы они ложь говорили сознательно. Представьте, насколько нужно быть ожесточенное сердце, нежелание меняться, нежелание менять систему религиозную, когда уже там уже, ну простите, дурак уже ясно уже, завеса разорвалась, все уже, все совершилось, двери распахнулись, значит, храмовые. Это нельзя было подыграть, нельзя это случайностью назвать. Умершие даже вошли в святой город Иерусалим. Вообще, какие-то сверхъестественные вещи. А здесь судьба тела Иисуса Христа. И, мол, похитили. И все. Говорите. Вот такая система. Да, господа. Ну, пусть Бог благословит. Хочется завершить на таком позитивном. Этот вечер мы-то уже когда увидимся. Як щоно на земле, то в небесах. В одной украинской песне поется. Значит, и, знаете, хочется благословить вас. Вы не спешите? Нет. Я до пятницы свободен вообще. Но я хочу, знаете, чем завершить? Одной историей. Я очень люблю ее рассказывать. И что-то я как-то ее не рассказал в этот раз. Значит, вот пока мы с пастором ехали сюда, вот я как раз вспоминал опять эту историю. В Сумской, в вашей же области это все произошло, кстати. Вот в моей жизни 10 лет назад, больше уже, это было весной 3-го года. Весной 3-го года. Значит, возле города Кролевец Сумской области. Я был за рулем машины, мы ехали с женой, детьми, тогда было 5 детей, мы ехали из Киева, значит, мы рано утром из дома выехали, и через Кролевец дорога на Орел, в Россию. И там, возле Кролевца, было ДТП. Это было впервые в моей жизни. Были там пару моментов, но не такое. А это я сбил подростка, мальчика, который, ну как, школьника, старшеклассника, который, значит, на мотоцикле выехал покататься из одного села в другое село, там через трассу. И удар был сильный. Я скажу, что когда выбежал из машины, я видел только безжизненное тело, значит, на дороге валялось, и вот мотоцикл. И я молился, понятное дело, не за упокой, потому что я уже с 96-го я не молюсь за упокой. Я молился, просто вопил к Богу. Я не помню, как я, что молился, я просто вопил к Богу. И не соглашался с его смертью. И знаете, Бог помиловал тогда и меня, и его, этого мальчика. Мальчик стал подниматься, он сел, стал подниматься, значит, и я был просто в таком шоке. У него сзади голова была разбита вся, значит, там, значит, дырка такая, кости разошлись, мякоть там клокотала. Ну, как переспелый арбуз, знаете, вот трескается, вот так вот, у него кости разошлись, так вот, треснула голова. Как будто арбуз. Значит, и он еще руками лез туда, значит, думаю, не дай бог, еще мозги еще почешут, еще, думаю. И я, по-моему, держал ему это все, придерживал, и чтобы кости не разошлись. Вот такое было. Сейчас вспоминать уже, как бы, уже время прошло, как бы, легко, но тогда было очень несложно, не просто было. Сложно было. И приехала скорая помощь, мальчика забрали,
Врач сказал, что вряд ли он выживет, потому что рана будет несовместима с жизнью. Я еще думал, может быть, это была не смерть, а может, это был обморок такой у него глубокий, какой-то, потеря сознания. Но вот врач подтвердил так косвенно, что это рана несовместимая с жизнью была у него. А потом еще гаишники эти приехали, да и, значит, там они когда не посмотрели место, там Сергей Шкура, такой капитан милиции был, с ним познакомился в тот день. Он, значит, сказал тогда мне тоже, что косвенно подтвердил мне, что это все-таки смерть была. Потому что он говорил, и другие гаишники соглашались, что батюшка, ну это летальный исход однозначно, по месту, судя по месту происшествия. Значит, в каком состоянии был мотоцикл, не подлежащий восстановлению. Но все-таки, как бы, на скорости внедорожник это серьезно. Значит, и что дальше произошло? В Кролевец мы приехали. И в Кролевце уже в кабинете следователя с моих слов было записано, что я писал, значит, я подписался, сидел, ждал, что дальше скажут. И в этот момент врач скорой помощи зашел, и он рассказал такую историю интересную. Признался, что он неверующий, не мне, а он говорит со следователем. Я только лишь слушаю, смотрю со стороны все это. Короче, со слов врача произошла чертовщина. Он так выразился. Значит, дело в том, что грузили мальчика в машину поломанного с раной несовместимой жизнью, и со слов врача его не довезут до Кролевца. Самое интересное, когда привезли в Кролевец, мальчик, как с гуся вода, все цело, здорово, кости срослись, кожа срослась, кровь оставалась еще свидетельством, что это не приснилось. А, он и говорит, это не могло присниться всем нам сразу. И кровь оставалась. Но кровь, когда смыли потом ему, проверяли, кровь его кровь, не чужая кровь, его кровь. Значит, когда смыли кровь, не нашли ничего, ни царапинки, ни ссадинки, ничего. То есть срослось бесшовно, срослось, значит, так, что ни бугорка, ни шишечки, ничего. Аллилуйя. Дальше было больше, дальше было вообще невероятно. Значит, его догола раздели, пришел хирург. Хирург, кстати, он не так давно ушел в вечность. Значит, я был в Кролевце, вот позапрошлом, получается, году, значит, и мне сказали, что он умер как раз. Но, к сожалению, мне сказали, что он умер атеистом, значит, так и не покаявшись. Я не знаю, может быть, один Бог знает, конечно, может быть, в момент как раз вот смерти уже Господь достучался до него. Но, по крайней мере, для хирурга в тот день было явное чудо, явное знамение было для него точно. Потому что хирург мальчика узнал, значит, этот мальчик у них лежал уже в хирургии когда-то с переломом, тоже перелом был. И внешний осмотр произвел такое впечатление, неизгладимое на этого врача, потому что одежда подтверждала, что он с ДТП привезен был, но а под одеждой все чисто, цело. Внешне все работало, все функционировало, ни синяков, ни ссадин, ничего. Только под ягодицей нашли шлепок. Даже не синяк, говорит, мы не можем даже написать синяк, шлепок. Потом, значит, делали снимки, два раза делали снимки, потому что первым снимком врач отказался верить, хирург. Потому что не только новые следы от новых переломов исчезли, а свидетелями были разные люди просто, что у него, по крайней мере, голова была точно была вскрыта, кости были видны, значит, но все срослось бесшовно совершенно, без всего, значит, и у него след от старого перелома исчез. Не только от новых переломов, но от старого перелома след исчез. Вот поэтому его повторно делали, отправляли на все эти снимки. И очевидному отказывался верить этот хирург. Потом там еще было кое-что. Там много, это как бы отдельное свидетельство. Есть в сети, в интернете, кому интересно, можете это все послушать. Я там подробно это рассказываю, это свидетельство. Вот, для меня это было таким большим чудом от Бога. Хотя я верующий человек, но, знаете, вот я, как тот еврей говорил Иисусу в тот день, верю, Господи, помоги моему неверию. Знаете, вот эти неверующие, эти врачи, значит, там, ну, они еще особо, но вот милиционеры, эти следователи, они быстрее поверили в это чудо вообще. Я, значит, там все, как бы, как это может быть, как это... Легче верить чудо, которое где-то там за океаном совершилось, там, чем вот оно вот на твоих глазах. И... ну ладно, значит, и потом врачи нашли, кстати, одну лишь проблему в нем. Для них, для врачей, она казалась не связана никак вот с ДТП. А для меня это было как раз еще одно подтверждение, что все-таки это я, во-первых, это было связано и убежден, во-вторых, это подтверждение, что все-таки мальчик именно пережил смерть именно, а потом воскресение. Врачи в нем не нашли пищи, как будто он не ел давно. Не то чтобы там день-два, а три, там, а давно не ел как будто, ничего не ел вообще. Представляете, голоданием занимался мальчик, оказывается. А спрашивали его, когда ты ел последний раз?
Он сказал, утром хорошо позавтракал. Ну, ему, конечно, не поверили. Но смысла врать вроде не было пацану. Он, значит, рассказал, значит, что хорошо поел. Почему? Потому что предлагался один прием только пищи у него. Потому что у них был преступный такой сговор такой с пацанами. Другие мотоциклисты подъехали, старшие, значит, ребята. Они просто рассказали, что они там со школы сбегали, эти пацаны, значит, и на мопедах, на мотоциклах, кто как мог. Из разных сел в одно село съезжали все, чтобы потом гонять. И весь день, вечер, и даже ночь. Поэтому о другой пище нельзя было ему говорить. Он должен был поесть с утра хорошо. А вчера ты ел? Ел. Позавчера ел. Он ел каждый день, не пропуская ни одного дня и ни разу в день. А утром хорошо позавтракал. Где все в нем это? Представляете? Стали расспрашивать, может, у него какая-то сверхспособность. Знаете ли, такой индиго туалетный. Стали расспрашивать, что же в нем такого. Не все как у людей, все обычно, без таких эксцессов. Вот, но для них было необъяснимо. Для меня, потом особенно, уже на другой день особенно, когда размышлял об этом, для меня это было знаком, что все-таки это было не обморочным состоянием, а именно смертью. Потому что, значит, в Писании говорится, именно дается кушать сразу умершему человеку, воскресшему из мертвых, да? Дается есть еда. И я сам про себя, я сам о себе вспомнил тоже, когда я сам воскрес в 13 лет, то первое, что мне хотелось есть. И я очень хорошо стал есть, и с тех пор не страдаю отсутствием аппетита. А до того привередничал. Это я не ем, это я там. Здесь я так чуть-чуть по-солдатски. Знаете, значит, когда вернешься все-таки с того света, по-другому как уже реагируешь вообще. Да, значит, и то есть, как бы, я понимаю, что, наверное, мое такое объяснение, возможно, Бог, воскрешая, восстанавливая человека, да, он использует, может, какие-то эти элементы, я не знаю почему, но пища нужна была. И потом еще один стресс я пережил в тот день. Да, следователь мне вернул документы, там все милиционеры эти там толпой прям, СБУшники там выходили, значит, там познакомились со мной, молодые ребята. И вот с такими глазами, я вижу, они на меня как на чудотворца смотрят уже. Я сам уже боюсь себя. Значит, и как будто я своим благочестием что-то сделал, понимаете? Значит, в машину сажусь, и мы едем обратно. Кстати, интересно, жена моя повредила колено тогда, в тот день. Значит, и полгода еще там терапия была дорогая, значит, там как бы лечение такое непростое было, значит, и у детей были ссадины, синяки были, и первые ночи это было слышно. Дети днем так бегают еще, а вот как ложатся спать, все охают, ахают, значит, как бы от этих ушибов. А самое интересное, а мальчик тут вообще, вот реально как с гуси вода, ничего, хоть бы что вообще, вот это да. Я упал на руль, но мне все чисто вообще, ни синяка, уже как подушка небесной безопасности такой, какой-то сработала, видимо. Потом, знаете, что интересно? Мы повернули обратно, едем домой, в Киев, и уже поздно, я совершенно не спеша еду, у меня еще стекло побито, значит, лобовое, значит, и по ходовой я пережил, потому что я пытаюсь избежать столкновений, я свернул и съехал вниз. Кстати, Бог тоже нас помиловал, потому что если бы метров там 100-200 раньше или позже, мы бы слетели там бы, а это было место как раз съезда хорошее такое. Вот, значит, но все равно я там ударился, там и пенек, значит, и зацепил, и все, значит, там как бы, и по ходовой переживал, как мы будем ехать. И вот, и не спеша еду, и представляете, я слышу голос. Я не сумасшедший, я не слышу голосов. Знаете, значит, и слышу сильный голос, громкий голос, как будто в машине включили громкую музыку. Самое интересное, знаете, что еще? Еще интересный момент. Я был на 100% убежден, что жена все это слышит, конечно. И даже не спрашивал ничего, значит. А утром уже, значит, в субботу, когда мы общались, представляете, значит, я выясняю, что жена ничего не слышала, абсолютно. Я уж говорю, может, хотя бы шум какой-то хотя бы слышала. Хотя бы не голос, но шум. Ничего, абсолютно. А я слышал громкий голос. Громкий голос, знаете, вот такой, как я был убежден, что слышно не только в моей машине, а далеко за машиной слышно. И громкий голос говорил именно, как еврей говорит, старый еврей. Вот это, я подозревал, что он еврей. Догадывался, но не до такой степени, знаете. Голос был, ну кто как слышал, я не знаю, но я читаю Библию, люди слышали Бога, но я ни до того, ни после того в жизни ничего такого не переживал, абсолютно, даже близко. Были моменты, когда я могу говорить, что Бог говорил мою жизнь, но это были как тихие,
голос, как моя мысль скорее даже это была даже. Вот, но здесь было громким голосом сказано. Три раза одно и то же вопрос был. Я не могу это передать даже, не могу это просто повторить. Но сказано было следующее. Это был вопрос. Ты это видел? Я не мог ничего отвечать. Каждый раз я только одно говорил, да, Господи. И мне бы самому кто ответил на мои вопросы. У меня куча вопросов была. На все мои вопросы он еще вопросом. Представляете? Три раза один и тот же вопрос задавал. И потом, третий раз я вообще был совершенно растерян. Я не мог ничего ему даже сказать. И третий раз, когда голос вот меня спросил, то же самое, спросил меня, видел ли я это, тот же самый голос также громко сказал дальше следующее. Вот так будет и с церковью. Аллилуйя. И все, и больше ничего не слышал. И вот уже больше 10 лет прошло, вот ничего не слышал абсолютно, ни комментариев никаких там, и не знаю, что это. Я тогда подумал, может, это идет речь о православной церкви, может быть, это вообще о церкви говорится, может быть, даже, я не знаю. Значит, но вот за что купил, зато продал. Значит, и потом, когда этот голос прозвучал, дальше была моя мысль уже. Мои мысли были, но это были из Библии. Очень хорошо, когда у нас мысли из Библии. Это мне так нравится вообще. Значит, это было место Писания. Это 11 глава Иоанна, 25 стих. Так здорово. Вот знаете, вот мне это так, я вот хочу этим завершить как раз этим стихом. Сотни раз читал это все. Сотни раз читал Евангелие от Иоанна, эти тексты эти. Вот, и я помню в 83-м году, когда 84-й тоже был год уже наступил, когда впервые прочитал вот туда Писание и Евангелие от Иоанна тоже, в частности. Мне тоже тогда очень врезалось это Писание, знаете ли, в сердце. Это было еще до того, как я начал работать в церкви. Я еще тогда учился в училище художественном Орловском. Значит, и через одного товарища своего достал Библию. Потому что хотел найти эту книгу. Потому что в книгах по атеизму я их много читал, чтобы понять, почему же люди умные, грамотные отрицают, что Бог есть. Я же его видел. Я же знал, что он есть. Я же не то, чтобы уверовал, я видел его. Вот. И знаете, и там в этих книгах по атеизму я читал вот эти вот выражения из Библии, цитаты из Библии с ссылочками такими. И у меня была мечта однажды найти Библию и почитать ее. И вот уже в 84-м году, значит, мне, мой товарищ тогдашний, тоже художник, он сейчас работает, трудится, достал Библию на месяц. Вот. И Бог совершил чудо тогда, тоже хочу похвалиться Богом. Вот за месяц тогда прочитал эту Библию, и плюс еще смог переписать, успел переписать Евангелие от Матфея полностью, от начала до конца. Значит, книгу Откровений полностью, от начала до конца. Кое-что из псалмов, кое-что из притч, но это совсем выборочно. И кое-что, фрагменты из послания Павла, чуть-чуть совсем. Значит, не полностью, а вот выборочно. Но вот эти две книги полностью переписал. Притом не скорописью, а нормально писал. Вы знаете, есть временные чудеса. Об этом все влюбленные знают. Есть моменты, когда даже неверующие, если они влюбленные, да, они понимают, что Бог, Он есть любовь. И Он дает людям немного прикоснуться к такой вечности, о которой они даже не имеют понятия вообще. Время раздвигается. Остановись мгновение, поэты говорят, да, значит. Люди, все, в принципе, даже атеисты, понимают, что есть временные чудеса. Просто верующие на этом тоже должны как бы, об этом размышлять. Есть временные чудеса. И время иногда сжимается, время сокращается ради избранных. Иногда оно расширяется, наоборот. И вот в моей жизни было так. Однажды, месяц, тем более перед сессией, очень загруженный был у меня месяц. Наш учитель заболел, значит, по композиции. Значит, и другой был у нас, значит, учитель. И мой проект, фактически, это какой курс? То есть у нас на каждом из четырех курсов были свои проекты особо интересные по композиции. И мой проект был на грани срыва. Значит, я не знал, что как я буду сдавать вообще. И представьте себе, и вдобавок к этому, он только тогда смог достать мне Библию. Значит, и я сдал на отлично проект. По трем оценивалась цветовая гамма, подача, значит, оценивалась, и что-то еще не помню там.
графика, по-моему, оценилась. По всем трем были пятерки. Это было потрясающим для меня действием, тем более без нашего учителя. Я не имел шансов, я думал. Но и Писание смог прочесть полностью, от Бытия до Откровений полностью, и переписать много. И когда я через месяц уже оговоренный день отдал Библию, я имел свою уже общую тетрадку, не школьную, где из книг по атеизму я переписывал что-то, а общую тетрадку толстую, где уже были у меня драгоценные мои книги из Библии. Вот, особенно Евангелие от Матфея, почему я решился его переписать, потому что когда я закончил уже Малахий, знаете ли, и когда открыл Новый Завет, Господа написано, нашего Иисуса Христа, и там было написано родословие Христа, и там говорилось, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил патриархов. Знаете, я не мог читать, я просто плакал, я просто прыгал, мне это, знаете, вот оно, я знаю, откуда Христос, я знаю, вот Он. Это, что не имя, то целая биография, то целая история, что не имя, то... Я думаю, даже это в одну главу Матфея уместилась вся Библия, вот это вот. И я поэтому, я даже не думал, что я буду переписывать всю книгу Матфея. Я поэтому переписал первую главу лишь эту. А потом уже идея пришла, почему бы все не переписать, сколько успею. А успел полностью, до аминь, самого записать. Слава Богу. И я благодарю Бога за то, что это тогда было в моей жизни. Но я извиняюсь за как бы отвлечение, но вечер воспоминаний такой. Значит, и свидетельств. И вот, значит, и Евангелие от Иоанна 11:25. Да, будучи священником, кстати, традиционно православной церкви, я отошел от Библии, к сожалению, вообще отошел от Библии. И только лишь в 96-м вернулся к ней. И я тогда пообещал Богу и стараюсь это обещание хранить, быть верным этому обещанию, стараюсь очень, чтобы Слово Божие всегда было для меня, Библия была для меня, всегда была именно книгой, которой я доверяю. И вот... Иоанна 11:25 написано: «Я есмь воскресение и жизнь, и верующий в Меня, если умрет, оживет». И вот тогда, в ту уже ночь фактически, эта мысль, она до самого Киева продолжалась. Десятки раз одно и то же. «Я есмь воскресение». «Я есмь воскресение». Десятки раз одно и то же. И не скучно было. Вспоминалось одно и то же. А потом дальше... Я есмь воскресение и жизнь. Я есмь воскресение и жизнь. Это не то, чтобы специально думал, напрягался, как-то запоминал. Оно само собой. Само собой. Навязчиво, назойливо, но по-хорошему. Оно вспоминалось. До самых Кипти. Вот мне этот поворот запомнился на всю жизнь. Когда с Кипти на Черниговскую трассу выезжал, представляете, мысль продолжилась. И верующий в меня... Даже если умрет, оживет. Вот не совсем по переводу синодальному, но вот с этим вот, даже если. Там этого нет в синодальном переводе. Но мне так понравилось, да? Вот мысль такая была. Даже если умрет, оживет. И вот до самого Киева один и тот же стих вспоминался мне. И только когда уже ГАИ проехал, уже все, въехал в город, в Киев, все, прекратилось это воспоминание. И еще одно. Вы скажете, слишком много чудес уже. Слишком много для совпадения. Это все было в пятницу, накануне субботы, которая в православной традиции называется Лазаревой субботой. Воскрешение праведного Лазаря вспоминается. Это перед верным воскресеньем суббота. Представляете, это слишком много для совпадений. В Петербурге я однажды в одной православной общине, такой, ну, реформаторской, ну, не нашей реформаторской, а такой продвинутой общине православной, об этом свидетельствовал, и там два священника, один как бы он за реформацию, как бы, а другой еще, ну, так вот, он как бы так, сторонится немного, не доверяет, как бы и не хочет. Но слушай, и вот второй этот священник, когда я рассказал, что это было накануне Лазаревой субботы, он говорит, о, сие, говорит, от Бога. А до того я как бы даже, на этом внимание не застрял никогда свое, даже, интересно. Но человек со стороны как бы это все застрил. Вот, и с тех пор, уже вот больше 10 лет, у меня есть такая сверхмерная, какая-то, не знаю, как назвать ее даже, просто вера, даже не вера, а именно знание. Точно я знаю, я руками пощупал, как Фома тут. Пощупал, вот того мальчика трогал я же. Вот были кости разбиты, вот кости сросшиеся. То есть я... Некоторые пастыря мне говорят, ну особенно в личных беседах, ну чтобы серьезно верить в реформацию православной церкви, даже большие пастыря, большие тысячные церкви,
говорят мне такие порой слова. Говорю, знаете, говорю, или знаешь, или ну, зависимости, с кем я беседую. Говорю, с одним священником, пастором, протестантским писятником, старым уже, разговаривал, тоже говорю, знаете, говорю, он епископ церкви. Я говорю, вот скажу так, что я и верю, и не верю порой. Но порой я и верил, порой и не верил. Но вот с того самого события 3-го года, я скажу, я не то чтобы верю, я знаю просто. Я просто знаю. Знаю, что это действительно, я просто руками потрогал своими. Если я буду говорить, что я, если буду говорить, что церковь не реформируется православная, я просто буду лжецом. Потому что я буду говорить против того, что я сам лично потрогал, что я чему был лично свидетелем. Вот, поэтому иногда бывает очень сложно, иногда бывает очень сложно смотреть на этих священников и общаться, и вести это служение. Иногда бывает сопряжено это с разными рисками, и вообще как бы иногда хочется просто оставить все. Но, знаете, вот это событие 3-го года, оно так сильно повлияло на меня тогда, что восстановило меня и вселило уверенность такую. Поэтому я предлагаю присоединиться к моей этой уверенности сегодня и помолиться. Но не только за православную церковь, вообще, наверное, за все христианство. Может быть, имелось в виду не только конфессионально, а вообще, может быть, христианство. Да, и Господь, я верю, Он воскресение и жизнь. Мне очень нравятся эти Его имена. Когда мы говорим воскресение, когда говорим жизнь, мы говорим имена нашего Господа Спасителя. Аминь. Давайте встанем, помолимся, друзья. Отец наш, Бог и Царь, благословен Ты, Владыка наш, благословен Ты, Господь наш. Я благодарю Тебя за эту честь в эти 3 вечера говорить на тему «Свобода от религиозного оккультизма». Прости, если не смог что-то сказать главное, важное, но, Боже, я прошу Тебя, то, что было сказано, Боже, пусть это будет во славу Твою, Господь, и пусть это послужит на пользу всем тем, кто посещал эти 3 вечера. И тем, кто будет смотреть это все в записи также. Пусть это будет им благословением. Пусть, Господь, эта информация, прозвучавшая, она не будет поводом для осуждений, Господь, для превозношения там и политики религиозной. Но пусть это будет для славы Твоей, Господь, во имя Иисуса Христа. Особенно прошу Тебя за тех священников православной церкви, чтобы, или католических, чтобы смотреть эту видеозапись. Прошу, Господь, за их души. Прошу, Господь, то, что Ты совершил в моей судьбе, соверши в их судьбах, Господь. Боже, приди, Господь, в их судьбу, Боже. Помилуй, Господь, Боже, во имя Иисуса Христа. И пусть, Господь, священники говорят истину, правду во Христе Иисусе, указывают на Тебя, на Спасителя и Избавителя, Господь, и говорят людям, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Аминь, аминь, аминь. Слава Иисусу Христу, слава воскресению, слава жизни, слава нашему искуплению, слава Альфе и Омеге, началу и концу, первому и последнему. Он был мертв, но жив во веки веков. Аминь. И грядет. Пастыря, пожалуйста, подойдите сюда. Пастырь Саша здесь? Пожалуйста, пастырь Владимир. Друзья, я думаю, что будет уместно нам сейчас благословить нашего драгоценного брата и служителя. Его так много служителей проклинают, и мы должны понимать, что слова, они имеют вес. И мы уже это делали, но давайте сейчас сделаем как Церковь Божия и как служители. Пастор Владимир, благословите, пожалуйста, пастыря и служителя архиепископа. И пусть все проклятия, давайте мы сейчас как Церковь Божия скажем, и пастор Владимир благословит. Давайте мы как народ Божий сейчас скажем, что все проклятия, которые священнослужители и несвященнослужители, люди, которые попались под власть дьявола, и они не ведают, что говорят, и они говорят негативные слова в адрес этого служения и в адрес нашего драгоценного брата и служителя драгоценного Бога, который он избрал. Пусть эти слова, они будут разрушены сейчас. У церкви есть власть.
У церкві є сила Божого Духа. І що ми скажемо і постановимо сьогодні, в духовному мірі це завершиться. Коли ви говорили зараз о тому, що з трудом віриться вам о реформації церкви, мені йшло слово із Єзекіль. Коли Єзекіля привел, Господь і сказав, що ти видиш? І він що видів? Він видів теж кості. Он видел кости сухие, как вы видели те кости, как вы видели невероятные вещи. И Господь что говорил? Говори костям, говори, брат, костям, а мы будем поддерживать ваши руки молитвами нашими. И во имя Иисуса Христа, Отец, мы церковь Твоя, мы тело Твое, мы дети Твои, мы приходим к Тебе во имя Иешуа Машеха, Мессии, Мессии, еврейской Мессии. И мы сейчас просим, Господь, соверши Твое священное действие по вере нашей, по милости Твоей, и да будут разбиты все проклятия, Господь, которые сказаны церковью Твоей, церковью Христовой, на это служение, на эту семью, на этого служителя. Да будут отменены сегодня все эти слова, да будут они разбиты, да будет разбито все проклятие. И мы, как церковь Христова, давайте скажем, мы народ Божий. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. В Иисусе Христе. Силой Божьего Духа. Мы сейчас прощаем всех этих людей. Мы сейчас прощаем всех этих людей. Ибо не ведают, что говорят. И просим, Отец Небесный, прости им. Они воистину не ведают, что говорят. И не вмени им это в грех, Господь. И мы прощаем их во имя Господне и благословляем. Да будут они благословлены, Господь. Да увидят они благоденствие Твое. Да увидят они, Господи, благоденствие тела Твоего. Как Ты, всемогущий Бог, соединишь эти кости, оживет, наносишь на них плоть. И как Ты соединишь их, и как восстанет в силе Твоей. В силе Твоей тело Твое, армия Твоя, которая сейчас уже выходит, опираясь на руку своего возлюбленного. Она выходит грозная, как полки со знаменами, и знамя над нею любовь, не инквизиция, не убийство, не проклятие, но любовь. И мы любим вас, и мы благословляем вас, благословенные. И мы говорим вам, те, которые нас проклинают, мы вас благословляем. И мы верим, что Бог смилуется и над вами, как над нами смиловался, и благословит и вас. И да упадет с неба глаз ваших, любимые наши благословенные, и да откроются глаза ваши, и да узрите вы того, кого пронзаете своими гнилыми словами, и да покаете своими Иисуса Христа. Мы вас благословляем на покаяние, и сейчас отменяем всякое проклятие, и разрушаем, как тело Христа, во имя Иисуса. Аллилуйя! Спасибо Тебе, слава Тебе, Отец Святой Христой. Аминь. Слава Господу! И согласно последнему месту из Писания, я хочу тоже провозгласить, что Иисус Христос, то, что сказал, я есть воскресение и жизнь. И поэтому Он сказал, если и умрет, а живет. Да? Поэтому я хочу провозгласить это в каждую деноминацию. Потому что я знаю, что это касается каждой деноминации. Да? И всякий человек, если умрет, оживет. Аминь. Имя Иисуса Христа. Отец, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус Христос, за это слово, за это обетование. Ты сказал, я есть воскресение и жизнь. Кто, если умрет, оживет, Господи. И я провозглашаю это в каждую деноминацию. Во имя Господа Иисуса Христа. Потому что Ты сказал это, Иисус Христос. Это Твое слово, Господь. Я провозглашаю. Воскресение во имя Иисуса Христа. Там, где есть смерть, воскресение провозглашаю во имя Иисуса Христа, Боже. Спасибо Тебе, Господи. Я прошу Тебя, Отец, чтобы если и будет какое-то колдовство, пускай оно будет неуспешно во имя Иисуса Христа, Боже. Я прошу благословения, Боже, для Твоего служителя, Господи, чтобы, Господи, всякий путь, Боже, он был под Тобой, Господь. Чтобы Твои ангелы всегда окружали, Господи, нашего брата и служителя, Господи, Твоего, Отец.
Сергея, Господи, брата нашего, благослови, Отец. Всякий путь Божий да будет благословен, Господь. Во имя Иисуса Христа, Боже. Дух Святой, Ты направляй, Господи. Ты, Господи, руководи, Боже. Во имя Иисуса Христа, Отец, пускай Твое имя Иисус Христос, оно будет прославлено, Господь. Везде, куда Он будет ездить, где Он будет учить, Господи, где будет проповедовать, Боже. Боже, благослови семью, Отец, благослови детей, Господь. Всякое действие да будет благословено, Отец, Тобой. Во имя Иисуса Христа мы благословляем Твоего служителя. Именем Иисуса Христа призываем кровь Иисуса Христа, Боже. Провозглашаем успех во всех действиях, во всех делах. Во всех сферах его жизни успех во имя Иисуса Христа, Господи. Спасибо Тебе, Отец, за это время, Боже, за это общение, за это слово, за это учение, Боже. Благодарим Тебя, Господи. Воздаем всю славу Тебе, Господи. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу. Воскресение и жизнь. Воскресение и жизнь. Воскресение и жизнь! 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 Аплодисменты воскресению! Аплодисменты жизни! Аплодисменты Мессии Иисусу! Аминь! 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 Слава Иисусу Христу! Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья! Аминь. Я еще предлагаю, вот есть у нас хороший фотоаппарат, хороший фотограф. Сделаем, может быть, совместное фото. Кто не ушел еще, кто еще может задержаться на минуточку, на две минуточки. Пожалуйста, выйдите вперед сюда вот на сцену, встаньте. Сделаем совместное фото. Все видео и фото, это будет в сети, в интернете, можете все скачивать. 11 Иоанна, 25 стих. Вот есть воскресенье и жизнь. Да, есть воскресенье. Ребята, до нас. Можно еще отсюда, допустим. Контроль. Тут хорошо. Смотрите. Цель.
Все, да? Все. Пусть Бог благословит вас из города Рамны, Сумская область, с любовью во Христе Иисусе. Пусть Бог благословит вас и молитесь за реформацию православной церкви и вообще всей церкви Христовой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Да.